Всем привет, это я. Я только сейчас приехала из города, ездила за покупками. Сейчас немножко похвалюсь. Вот у меня сетка. Я была в Фикс-прайсе, купила вот такую вот бумагу туалетную. Фамилия называется. 12 рулонов. Мне она очень нравится. Она такая мягенькая. Я сейчас, наверное, буду показывать, как это другие делают. Попробую. В общем, вот такая вот бумага. Туалет. Мне она очень нравится. Она мягенькая. Я буду по мере вытаскивания сетки показывать. Я купила вот такую коробочку. Вот, я хочу, значит, в нее складывать, ну, не знаю, что-нибудь буду в нее складывать. Посмотрим, мне она понравилась. Тут такие девочки вот с крышечкой открываются. Ну, в общем, хорошая, мне нравится. Потом я купила вот такие сидушки. Это вот я все брала в Фикс-прайсе. Вот такие вот сидушечки. Они здесь прорезиненные. Здесь они вот такие мягкие, и они вот толстые. Их можно стирать. Вот, вот такие вот. 4 штуки я взяла. Вот еще одна. Вот такие вот сидушки я купила. Потом, значит, я купила тортики. Клубника со сливками. Вот такие бисквитные тортики я взяла. 2 штуки. Потом, значит, я взяла вот сорти бальзам для посуды, для мытья посуды. Купила вот такую вот здоровую бутылку. Потом, значит, я купила это гель для душа, душ-коктейль, гранатовый бальзам. Вот мне что-то понравилось в этот раз. Вот я купила. Она не очень жидкая. Немного соуса на нас есть, но ничего. Так, я купила кофе. Якоб Монарх. Монарх. На Монарх, по-моему, читается. Вот такое вот. Это 55 рублей. Так, потом я купила шампунь. Крапива для всех типов волос. Вот такая вот шампунь. Вот хороший такой. Потом, значит, я купила 4 полотенчика вот таких по 50 рублей. Ну, я, значит, понатолкала все, что мне я много взяла и во все сетки напихала. Ну, вот такие вот они мягенькие, такие хорошие, мне так понравились. Вот по 50 рублей, по 55 рублей. Нет, 50 рублей. Вот такое вот полотенчика. Большую для кухни я брала, очень такие мне понравились. Я аж 4 штуки взяла. Вот. Ну, вот эти полотенца я взяла в Евразии. В магазине есть Евразия. Я взяла в Евразии. Вот эти полотенчики, они махровые, но они... Вот, они махровые, но они по 100 рублей. Вот даже цена здесь есть. Такие тоже я взяла на кухню. В общем, 4 вафельных полотенчика и 2 вот таких махровых. Но эти я брала по 100 рублей, я брала в Евразии. Потом я в Евразии взяла себе обувь на лето. Эти вот 650 рублей. Эти, они не туфельки, не босоножки. Вот такие вот. Вот. С дырочками такие вот летние туфельки. Мне в город ездить, я вот, они мягкие такие, хорошие. Вот, я, мне они понравились, я купила. Вот 650 рублей я вот взяла в Евразии вот такие туфельки себе на лето. Потом, значит, я взяла... Сейчас, вот, вот еще у меня... Подожди, я снимаю. Вот я взяла вот такие ручки. Я взяла вот станки для бритья. Я взяла карандаши. Я взяла еще раз. У меня такая есть. Мне очень нравится. Я взяла еще набор такой. Я взяла вот пакеты для заморозки. Взяла резиночки вот такие вот.
Так, вот здесь все я вытащила. Сейчас я вытащу из другой сетки. Я взяла вот жидкий такие. Взяла чай вот такой черный. Взяла вот для кошек. Вот такой набор. Вот полотенчики. Еще два штуки. И такие тряпочки взяла. Хорошие, мягкие. Потом, значит, я взяла мыло для рук. Я взяла зубную пасту. Еще я взяла набор вот таких щеточек. Вот. Я взяла, значит, мармелад. Это мармеладки, наверное, жевательные. Да, мармелад жевательный. Две пачечки. Нам нравится, мы очень любим. Пакеты для мусора мы взяли. Так, это вот конфетки похожи. Конфетки. И порошок. Вот такой порошок. Вот. Вот я распаковала, значит, тортик. Вот такой вот я сегодня купила. Вот он. Сейчас я буду пить чай, я покушала. Вот все-таки с фонариком показывает очень-очень. Включила фонарик. Это и совсем плохо показывает. Вот тортик в разрезе. Надо попробовать без фонарика. Вот такой вот тортик. Сейчас попробуем. Вкусно, нет? Мягенько, вкусно. Хорошо и вкусно. Бисквит, там прослойка какая-то. Клубничная написана. Ничего, вкусненько. Брать можно. Мягенько, вкусненько, свеженько. Всем доброго вечера. Я продолжаю. Вот так вот смотрятся сидушечки на стульчиках. Вот так вот красиво. Еще я сегодня купила вот в Евразии на лето себе вот такую сумочку. Вот она стоит 650 рублей. Вот такая вот сумочка. Здесь вот. Сейчас прям плохо видно, наверное, то, что вечер. Вот такие отделения, тут замочек. Здесь вот в серединке замочек. Кармашек такой большой. Вот. В общем, неплохая такая на лето. Такая хорошая сумочка. Вот. Еще, значит, мы открыли вот эти мармеладки. Вот так вот они выглядят. Ну так, что вкусненькие. И конфетки. Вот эти конфетки, вот. Тоже они вот такие беленькие. Что-то типа мармелада с начинкой. Вот такие вот вкусненькие тоже. Мне нравится. Нам понравилось. Еще я купила себе платье. Но платье я взяла уже у китайца. Китайца или вьетнамца, я не знаю. Вот я его повесила. Еще и не одевала. Ну, как померила, а так. Это вот ситит, что ли, или штапель. Как, ну, в общем, ХБ какой-то. И вот так интересно сделано. Здесь вот дырочки пробиты. Вот. И это платье имеет подъюбник. Вот такой вот подъюбник у него. Вот. Подъюбник вот идет. Как показать-то? Вот. И оно такое тоненькое. Это ХБ, хлопчатобумажная такая. И оно такая тоненькая. Вот здесь такие вот рукавчики. В общем. С ремешочком. Здесь складочки.
А это спинка. Замочек. Здесь замочек вот. Здесь вот так замочек идет. Вот. В общем, вот такой платье я себе на лето купила. Вот оно такое вот тоненькое-тоненькое. Вот прям легкое-легкое. Это хлопок. ХП. Вот. С подъюбником. Хорошее. Ну, всем пока-пока. До новых встреч.